Вітаю, колеги. Ми ведемо пряму стрім-трансляцію з трьох ізбинки, що на Луганщині. Сьогодні в рамках гуманітарної акції телеканалу ОТБ «Схід і Захід разом», до якого долучилися працівники Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії та мешканці Хмельниччини, було доставлено на бойові позиції нашим бійцям гуманітарну допомогу. Щодо ситуації у зоні АТО, запитаємо у бійця батальйону «Айдар» з позивним «Чернігів». Вітаю вас, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні АТО, ну а саме у трьох ізбинці? Все стало більш спокійно, менше тяжкого оружия, тобто там градів, турсів і всього остального. Сейчас больше пошло стрелковое оружие. Последние три месяца идет более стрелковое оружие. АГС, пулеметы, автоматы. Мы держим позицию, держим мост, стратегический объект. Его нельзя отдавать, потому что через него нужно будет перевести технику и укрепиться здесь. И потом будет сложно выбить отсюда. Вот. Они делают выходы. Диверсионные группы проникают на нашу территорию? Диверсионные или просто выход делают, то есть обстреливают нас время от времени. У нас было такое 8 раненых за 2 недели. Позицию ставим растяжки, минируем как только возможно. Но много животных взрывается, нам приходится часто минировать. В селе вроде более спокойно, как бы иногда что-то прилетает, но не так часто. Мы там на мосту себе потихоньку рубимся с ними. А местные как до вас ставляются? Ну, сейчас я скажу, намного благоприятнее, чем это было в самом начале. Я дякую вам. Хочу звернути увагу, що наступна наша стрім-трансляція вже буде завтра відразу на Хмельницьку та Харківській обласні державні телерадіокомпанії.